Привет, любители Мех-Арена, вы на канале Пуля YouTube. Данный ролик я сделал по просьбе подписчика. Перед началом я хотел бы сказать, если вас реально интересует какой-нибудь обзор или тестинг, например, сборок пушек с каким-нибудь роботом, то вы можете оставить свое пожелание в комментариях. Если у меня будет в наличии интересующий вас игровой контент, или подобного ролика у меня еще нет, я обязательно сниму это для вас. По традиции я попрошу поддержать мой канал лайком, жмякнуть колокольчик, а также подписаться на канал. А мы начинаем. Игрока заинтересовала сборка «Мех Орион» на дисках. В принципе, я снял немало роликов по дискам и Ориону. И могу сказать уверенно, что и оружие, и сам робот, является одним из топов. Давайте я покажу моего Ориона и мы посмотрим его характеристики. На четвертом ранге прокачки, Орион имеет 16 энергии и 78 900 здоровья. Естественно, одев пилота, эти показатели увеличатся. Плюс, робот имеет довольно приличную скорость 23 км в час. И самым жирным плюсом Ориона является его метка, которая увеличивает урон в 150%, а прокол щита типа Ареса на 80%. В сумме, эти плюсы дают роботу очень хорошие шансы выживать на поле боя и давать отпор вашим противникам. Теперь по диск Launcher 8. Это оружие я выиграл, когда их только ввели в игру. С тех пор я их особенно не качал, так как тогда они были для меня слабоваты. Но в паре с Орион, они могут дать неплохой бой. Итак, с обоймы мы имеем 30 576 урона. Оптимальная дальность 60 метров, максимальная 120. Импланты, естественно, помогут вам увеличить эти показатели. Играть я буду на самом простом пилоте, который предназначен для высокоточного оружия. Чем круче пилот и прокачка, тем выше будет ваш урон. Хочу еще сказать пару моментов. Если вы прокачаете Орион на фул, то вы сможете поставить такие варианты дисков. 12 плюс 12, 16 плюс 8. Все эти варианты довольно неплохо себя показывают. Сейчас я покажу вам бой, где разница в силе у меня с соперником была довольно колоссальной. У меня в ангаре 3 меха, и только 2 из них могут более-менее противостоять. Хотя второй мой мех Слингшот, на третьем ранге прокачки, вообще картонный. А противник имел 5 до зубов вооруженных роботов. Но несмотря на это, я сумел довольно неплохо дать бой на Орионе с дисками. Не забывайте про крутую способность дисков, это радиус поражения осколками. Старайтесь всегда использовать этот плюс. Хорошего вам просмотра.
have won the match. Particle beam weapons.